В Приднестровье флаг Российской Федерации будет использоваться наравне с государственным. Верховный Совет Республики принял во втором окончательном чтении соответствующий законопроект. Флаг Российской Федерации будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий. При одновременном поднятии государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор – с правой.